освободиться в новом мире. Ничего, меня скоро освободят. Спасибо тебе, спасибо! На моей памяти в депо всегда тусовались сектанты. Не знаю, что они делали с металлоломом раньше, но теперь мастерят из него клетки и прочую хрень. Что происходит? Береги себя. Thank you.
здесь! Дикая кошка! Кто-то есть? Молодец, помощник. Лемщики собирали металлолом, чтобы укрепить свои бункеры. А идея-то хорошая. Стоит обдумать. В общем, спасибо тебе. Депо Копперхед — еще один бастион, который мы отвоевали у секты. Надо закопать в землю. На заводе удобрений секта делает какую-то жуткую наркоту. Говорят, крайне нестабильная. Разнести бы это местечко. Thank you.
Спасибо, что помогла с одемщиками. Если будет время, подсоби нам еще разок. У нас появился бешеный лось-убийца. Эдемщики чем-то его накачали. И он вконец обезумел. Мы проследили его до самых окраин долины. Отправили отряд, но с тех пор от них ничего не слышно. Нужно его убить, пока он не пошел в разнос. И лучше подготовиться, этот лось просто монстр. Со временем ты принюхаешься. Водители автобусов грозятся устроить забастовку, если компромисс не будет найден. Профсоюз Монтаны считает, что нанимать работников из других штатов несправедливо по отношению к местному населению. Thank you.
выспаться, отправить часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск или уволить. Только потом понял, что с тобой мы стали гораздо сильнее. Эй, подойди-ка! Только без глупостей! Мне нужен умелый бастон. Что это было? Эй, кто там идет? Thank you.
ты сам, девочка! Грешники с оружием в руках будут убиты на месте.
атаке! Атаку ее сверху! Приступаю к атаке!
Хочешь купить что-нибудь? Такую связь!